Короче, справа от меня идет человек вон. Я сказал Тайсону, кто идет. Тайсон лежал, палочку жевал. Сейчас взбудоражился. Кто там Тайсон? Будет реагировать, нет? Когда папка ему говорит, кто там? Кто там? Если я сейчас чуть-чуть тон сменю, то он лаять начнет. Ты-то, ты-то. Не хочет пугать. Ты-то, ты-то. 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 Молодец, Тайсон, но он не реагирует. Он бы сейчас, если там мужик бы шел, он бы среагировал на мой этот, когда я говорю, кто там. А там девушка идет. Видимо, она тоже остановилась, испугалась. Тазика. Стоит на озеро, смотрит. Да, Тайс, ты молодец. Ты понимаешь, ты человека можешь испугать, и лучше не надо. Молодец, Тайс, шмышленный. Шмышленный песик. А вон она идет, гуляет, прогуливается. Представь, он к ней побежит. Да, Тайсон? На том берегу хризантемы цветут. Надо понюхать, кто идет. Вы не бойтесь, он не укусит. Тайс, все, нельзя. Тайсон! Молодец, молодец. Правильно, да, правильно. Ты же в возрасте, да? Да. Ну, добрый такой. Добрый. Добрый, да? Ну, вот он такой у нас, да, боксер. Можно погладить? Конечно, он только этого и ждет. Давай, он и так перед вами, а вы его не гладите. Тайсон, что ты делаешь? Сейчас испачкаешь. Ну, все, хороший. Не, я наоборот за то, чтобы собака с людьми контактировала, чтобы злой не была, не агрессировала. Хороший, молодец, молодец. Ну, а Тайс, добился, да, внимания? Добился. Молодец. Спасибо. Да не за что. Тазик у нас любитель, когда его гладят, да, Тайсон? Ты любитель, жопа, когда тебя гладят? Дальше со своей палочкой возись. Я получил Доляну удовольствие и дальше будет своей палочкой заниматься.